Я в Брюсселе. Тут на главной площади готовится концерт эстрадный. Все радуются. А я помню о вас. Ребята, что вы помните, что вас любят, за вас болеют и за вас молятся. И в Брюсселе тоже. Пусть не все эти люди, которые слушают привычную для них поп-музыку, а я вам все равно сыграю классическую музыку, потому что украинская музыка очень напевная и очень близка к итальянской. Грустно мне смотреть на то, как люди проходят, хоть бы один остановился.
оглядел и вообще подумал о том, что происходит в мире. Да, все заняты своими делами. Но ничего. Нас немного таких, как...